завтра оба дня проводится храм, посвященная сторонам света. Мы все при регистрации были относительно какой-то стороне света, получили ленточку, которая ее символизирует. Напоминаем просто еще раз для всех. Красный – это запад, розовый – восток, желтый – золотой – юг, и голубой – синий – это север. Игра, которая будет проходить на фестивале, очень проста. Его правила нигде не висят. Если вы получили за что-то кристалл, соответствующего вашей стороне света, вы несете его в наш кафетерий бар и кладете его в одну из прозрачных полок, которые появятся там буквально через часик. Несколько раз за сегодня я и мой помощник, Алексей, покажите, пожалуйста, вот, мы будем к вам подходить иногда и просить странное. Или если у вас остались лишние кристаллы, то может случиться, подходите ко мне или к Алексею, чтобы их вернуть. Вы подходите, кладете свой кристалл в вашу полочку, мы с Алексеем будем следить, кто побеждает. И несколько раз сегодня мы что-то сделаем с окружением. Вероятно, вы услышите какую-то другую музыку. Вероятно, вы сможете отведать угощение, соответствующее этой стороне света в кафетерии. Не пропустите. Играйте со своей стороны света, но, конечно же, мы хотим, чтобы победила дружба. Если у вас будут вопросы по этой игре, я или Алексей с удовольствием на них ответим. И сейчас мы хотим, чтобы вы, получившие на регистрации фрагмент фазы, вместе помогли нам открыть этот фестиваль. Вы видите здесь на стенде розовый дроп, но она ничем не заполнена. Давайте сделаем